Как томится сердце, заслышав мягкие переборы гитары. Как поет душа вместе с волнующей скрипкой, как рвутся ноги в пляс при звуке бубна. Уже более 25 лет цыганский ансамбль «Рада» под руководством неподражаемой Елены Лазаренко открывает людям удивительный мир, наполненный свободой, страстью и любовью к жизни. Ансамбль позволяет сделать праздник действительно уникальным и интересным. Гастролирует по разным городам, да так успешно, что слава о нем распространилась уже достаточно далеко, за пределы Нижнего Новгорода. Ну что ж, друзья, встречаем цыганский ансамбль «Рада», город Нижний Новгород. Дорогие местные жители, дорогие гости, праздник-то какой сегодня? Теплый день самовара. Прекрасно! А у вас в гостях цыганский, нижегородский ансамбль «Рада»! Эштыга-ямга-я! Знаете, что означает «рада»? Радость, благополучие, любовь. И мы вам желаем добра, мира, счастья.
И мы немножко попутешествуем по всему миру. Сейчас едем в солнечную, зажигательную Молдову. Песня молдавских цыган «Цумайлы». Гея! А дай солнце, валы. Дьява мэту мэнса. Данила Хасия. Можно ручками вот так делать. Плечиками вот так. А ножками так. Начали. Я чувствую, душа просит петь. Да, будем петь только то, что вы знаете. Сейчас слова подскажу и хором, как запою. Такие слова, знаете, известные. Эх, раз, еще раз. Они уже знают. Еще много-много раз. Все правильно. Итак, старинный цыганский зажигательный романс. Две гитары. Поехали. Алексей Бобров исполнит. Алексей. Не балуй, давай, серьезно, серьезно. Эй, ну что, дорогие друзья, споем? Поговори, хоть ты со мной, подруга семиструнная. Душа полна тобой, а ночь такая, эх, и лунная. Все вместе, эх, раз, и еще раз, и еще много, много раз, эх, раз, и еще раз. Еще много, много раз. Ты ведь гитары зазвенят. Жалобно зови. Детство памятный напев. Старый друг мой ты. Эх, раз, это что такое? Еще раз, еще много. Yeah.
молодцы, как хорошо поете-то. Ну, значит, эту песню точно поможете. Вы знаете, был такой фильм «Табор уходит в небо». Вот в честь этого фильма мы ансамбль создали, назвали «Рада». И песня там «Нане Цоха» знает весь мир. Знают все, и я думаю, вы сейчас вспомните мелодию, и мне подпоете «Нане Цоха». Свадебная старинная цыганская песня. Давай, зажигательно, давай. Спасибо, друзья. Ну, я понимаю, солнышко, жарко, конечно. Вы знаете, вообще вам нравится? То есть продолжать, да? Спасибо. Нам тоже очень у вас нравится. Город просто прекрасный, старина. Вы знаете, купола церквей, столько народу, улыбки. Вот сейчас бы табор разбить и здесь бы кочевать, да? А там, конечно, знаете, костер развести. Супчик сварить, чайку попить и самовары попьем попозже, да? Ну и песню старинную своем. Тихо сумерки спустились. Тихо сумерки спустили, небеса
счастья, мира, добра всем. Ну а что думаете, в таборе-то? Там не скучно, там весело. Там свадьба идет. Старинная свадебная цыганская песня «Шаленочка». Загуляем сегодня. Да, пацаны! Пошли! Не-не-не-не-не-не-не-не! Как танцует хорошо. Молодцы. Ну, чувствую, весело, весело. Вы знаете, тут недавно с Любовью Успенской вместе выступали. Она говорит, будешь в Гороховце, мой любимый, говорит, город. Передай всем привет, с праздником. Поздравь. По чайку. Чайку, говорит, за меня пусть попьют. Чай-то пили? Нет еще? Нет! Не, деток не напоили. Ёлки-палки. Все, скоро будет чай. А пока песня от Любови Успенской. Поем все вместе. Гитара мается. Зажигаем. Сегодня весело нам будет, как и всегда. Эшли! А сегодня особенно. Погода прекрасная. Дорогие друзья, ну хотя бы ножки не топайте, на ручки не хлопайте, не слей. Я отправляю на веселье на семи ветрах, и горят огни в тумане, улетая прочь, и поют со мной цыгане всю ночь. Майна, гитара мается, а я на парусе. Майна, душа печалится. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ой, какая красивая наша жизнь. Счастья, радости, благополучия, любви, конечно, тоже. Любовь Успенская, любовь. И что-то у меня сегодня все про любовь. Алексей, у тебя есть песня про любовь? Алексей тут в горах овце. Полюбил одну девушку. Алексей, посмотри, нет ее там среди народа. И не та, а может быть та. Вон машет, вон она, вон, точно. Эх, а сиямака, я чавала, давай, не пою песню. Ну тогда про любовь поем, а вы попивайте. Опа! Наконец-то тема нашла. Песня цыганская, песня чудесная, неповторимая, добрая, вечная. Ты пьянишь нас, как вино. Старое, хмельное, и слежить нам суждено только быть с тобою. Дэр, малый! Чиньоме, репочка,
да. Спасибо, друзья. Я чувствую, вы прям рветесь тоже туда. Вот дети, они не сдерживаются, они правильно делают. У них сердце просит прыгать, они прыгают. Молодцы. Этих забираю с собой. Сколько, пятеро, да? Поедешь с нами? Сейчас она маму спросит. Так, а кто меня просил погадать? Погадать, кто хотел? Все ясно. У нас девчонки в таборе так гадают на исполнение желаний. Вот желание загадайте. Все-все загадывайте. Загадали? Все сбудется. О, дети сразу зааплодировали. Точно поверили. Вот если веришь, всегда сбывается. Вы мне только ай-не-не-не-не подпевайте, пожалуйста. И все у нас. Дай, голубчик, рассужу, дай на ручку глянь. Я и правды не скажу, да и врат не стану. На руке три лилии, три песками лилии. Это жизнь, это я, а это ты, судьба моя. Чему быть по линиям, все покрыто инеем. Но это жизнь, это я, а это ты, судьба моя. Цыгане-то приезжают, да? Правильно. Вот юбочками помахали, да. И сразу неприятности уходят. Да. Аманисты позвенели, денежки начинают водиться. Вот денежки кто загадал? Честно? Понятно. Вам так повезло вообще. Вот именно сегодня, специально для вас, мы привезли с собой песню. Про деньги. Очень позитивную. Поэтому ручки потираем, карманчики шире держим, денежки привлекаем. Давай, заходи, заноси, забивай! Опа! Эй!
молодцы, даже матрешка вон там танцует, смотрите, опа, опа, глазиком подмигивает. А уж дети разошлись, все, домой не загоните. Ну, давайте уже как-то вместе, совместно. Мне вон задние ряды беспокоят. У них ножки подпрыгивают, они сидят. Давайте уже вместе с ручками и с остальным прочим. Танцуем? Давай. Это прям известная-известная песня, известная. Дети говорят нет. Давай тогда нашу там, поставь нашу, давай. Самую такую. А зажигательную? Попрыгали, пошли. Выше, выше. А еще дети есть? Или раз, два, три, четыре, пять? Еще есть? Через речку быструю. Шикарика! Опа! О, 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 о. А давай вылезай!
Отлично. А у меня такая идея хорошая. Дети, вы с родителями? А где они? Давай дедушку, бабушку, маму, папу, всех, тетю, дядю. Беремся за ручки, делаем большой-большой круг. Все вместе идем и поем «Мохнатый шмель». Поем и танцуем все. Так сказал Никита Михалков, между прочим. Он сказал: «Вперед, говорит, со цыганской звездой кочевой. Еще-еще дружнее взрослым, учемы. Детки, по два взрослых. И сами за ручки беремся. За ручки большой круг делаем, 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 делаем. Оп! Движемся по кругу. Еще, еще, еще. И хором поем. Кто сидит, те громче поет. И пошли, пошли по часовой стрелочке. Нэшки! Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши. Мужчина стоит. Вот-вот, черненький, красивый. Вот, можно вас на минуточку? Девушка, переживаешь? Пошли с ним. Мама, ну пошли. Мама переживает. Так, так на нашего барона похож. А то. Одно лицо. Да. Он, видишь, Михаил Потапыч пришел даже к нам. Он говорит: барона надо. Пойдешь к нам в табор? А баронесса-то есть у нас? Пока нет. А мама чего? А мама... Давай забираем маму. Забираем маму. Как маму зовут? Ирина. Скажи: Ириночка, мамочка, люблю тебя. Ирина, мамочка, люблю тебя очень сильно. Ирина, аплодисменты! Прекрасная мама, прекрасный барон, у нас табор полностью уже. Идет, нет? Где? Мама идет. Так, а что у нас стоит? Пошли, пошли, пошли. Без нее ничего не будет. Так нельзя, Ирин. Ребята, поснимайте кто-нибудь, вот девушка. Никуда не уходите. Пойдем, бери сумку-то, ладно, бери, пошли. Аплодисменты, у нас табор-то в сборе уже. Так, команда, где родители? Где остальные? Ты что? Давай, у нас табор, давай сумочку поставим вот туда, вон на сцену, там никто не возьмет. Вот. Друзья мои, итак, кочуем. Барон у нас пойдет сейчас направо, вот туда сумочки, с краешку. Барон направо, забирайте. Давайте туда, на сцену, пока на сцену, а потом будем шире кочевать.
Баронесса налево. Барон направо, баронесса налево. Так, тихо. А вы у нас большой цыганский табор все. Поняли, да? Вот. Табор, когда где-то проходит, все время что-то прихватывает. Поэтому до кого дотронулись, того прихватили. Остальные дружно, громко кричим. Цыгане едут. Еще громче. Цыгане едут. Еще громче. Цыгане едут. Цыгане едут. На бурачах, бурача. Я-я-я-я-я-я-я. Выше это. Выше это. Выше это. Я мэр. Это гуляна слабо. Сейчас, я сейчас подожди. Сейчас, сейчас. А вот здесь, ага. Цыган ходит по бульвару, а цыганка по базару. Цыгане едут, цыгане табором живут. Цыгане едут, цыгане табором живут. Цыган ходит и не взглянет. Пожалуйста, барона. Баронесса, обними барона тоже. Она тут хочет. Ну давай, моя красавица. И с цыганским там. Так, фото на память, пожалуйста. Ай, чача. Красиво, спасибо вам, счастья, благополучия. Денег теперь будет. Вот сколько в эту шапку влезет. 100 раз больше. О, спасибо, мои хорошие. Ну а цыганочку-то все будем танцевать, а? О, молодцы. Тогда по очереди каждый по 2-3 раза. Давай, цыганочка, с выходом. Танцуют все. Ну, знаете, как цыганочка танцуется, а? Мальчики вот так, девочки вот так. И плечиками, ну-ка, повторили. Все, молодцы.
Значит, конкурс на лучшую цыганочку. Кто станцует, тому самый большой стакан чая. Честное слово, бесплатно. Все, дети согласны? Ну что, оторвемся сегодня? Молодцы. Цыганский ансамбль «Радов» в солнечном городе Гороховец. На празднике самовара мы вас любим! И зажигаем все вместе. Опа!